Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World The Game. У нас осталось совсем немножко времени, 6 минут, чтобы пройти сегодняшние схваточки. Давайте посмотрим, что у нас сегодня есть по событиям. Слушайте, кайнозой и монета. Нужно обязательно хотя бы кайнозой проходить. Но сейчас с вами быстренько забираем отсюда награду. Там у нас, возможно, Иоламби, часовая башня. Забираем. Ну-ка. Что-то там есть. Возможно, часовая башня. Я на самом деле, я всему буду рад. И Иоламби буду рад, и часовой башне буду рад. Да, это 3 часовых башни. Это очень неплохо, потому что они нам дают бонусы для построек. И это действительно очень нужно. А на завтра сикадонтозавр, точнее завтра, через 6 минут мы его с вами уже, возможно, заберем. Ну, может быть, не повезет. А теперь я предлагаю сразу отправляться в схватки и, наверное, в кайнозой. Давайте не будем сейчас особо выпендриваться и просто берем самых сильных. Титанобо, дальше Гасторнис и Телокосмил, погнали. Мега резко все делаем, я просто записывал сейчас Ark Survival на завтра. Ну и как всегда, с утра сел, а уже незаметно подкралось 3 часа дня. Короткомордый. Чего? Индрикотерий, короткомордый медведь? Или кто там? Я просто, честно говоря, даже не видел ни разу такого существа здесь. Так, нужно все очень-очень быстро. Телокосмилом в 2 удара забьем. Забьем. Дальше мегистатерий. Господи, какие они сильные, как это неприятно. Сейчас Телокосмилов 2 удара мне забивает. Дальше у нас с вами будет 3 у Гасторниса. Мы его забиваем, если не ошибаюсь, да? Да, в 3 мы тебя забиваем. Мы тебя даже в... Нет, в 2 не забиваем. Ладно, придется в 3 бить. Хорошо. Опять же, короткомордый забьет нас. Ну, будем называть его просто короткомордой. Я из-за того, что его в первый раз вижу, скорее всего, медведь. Я даже не знаю, кто это такой. И Титанобо, 4 удара. Да, мы тебя пробиваем, замечательно. Есть, погнали в следующую схваточку. Надеюсь, что успеем. Всего 6 минут. Это на самом деле очень-очень мало. 50 очков ДНК. У нас с вами остается 4 минуты 26 секунд. Вроде успеваем. Нам нужно против Мегатерия поставить Гасторнис и Сумчатые Львы. Ну, Титанобо, Титанобо. Замечательно. Давай-ка. Естественно, через бонус. Посмотрим, что он будет делать. Скорее всего, поменяет. Дальше мы поменяем. Быстренько все это делаем и успилим. Только не забивай. Ну, вообще хорошо, если удар нанесет. Да, замечательно. Он наносит удар. У нас сейчас у Титанобо довольно-таки много урона будет, но все равно будет нужно нанести 2 удара. Да, 2 удара, чтобы тебя забить. На, держи. Дальше, я специально поменял на вторую, чтобы Мегатерий забивал вот эту Титанобо. Если он забьет, а ему сил не хватит, у него всего 630. Ему не хватит сил. А я тогда бонус возьму. Давай. Мне нужно, чтобы ты забил Титанобо, дальше я тебя Гасторни забью, дальше Сумчатый Лев ее, а дальше я Титанобо Сумчатого Льва. Опять нету ударов. Да на тебе, держи 4 и 3 бонуса возьмем. Что там, 2 блока? Хорошо, договорились. Давай быстрее, не тяни резину. 6 ударов, замечательно. То есть мы его просто забиваем в один удар, берем с вами 4 бонуса, там, не знаю, 2 блока. Что будет делать Сумчатый Лев, сложно предположить, но возможно это будет сейчас вообще там 2 блока, 2 бонуса. Просто всекаем 8 ударов и пошли в следующую схваточку. И третья финальная. Кстати, там у нас босс. Это очень прикольно. Так, Гасторнис, естественно, Титанобо. И против Мегатерия возьмем Ротатерия. Нормально. Нормально. Так. Бонус. Он меняет, мы меняем. Здесь уже, на самом деле, можно с какой-то стороны выдохнуть. Но, может быть, еще и в монетках успеем поучаствовать. Давайте сейчас подналяжем. Динатерий. Один удар. И это очень хорошо. Это прям очень хорошо, потому что я тебя в 2 удара должен забивать. Да по любасику, лови 2. Приходит Мегатерий. Давай не тяни. 2 удара, хорошо. Ну что будем делать? Мы можем поменять и Бронтотерием спокойненько его забить. Я предлагаю именно так и делать. Давайте 2 удара. Дальше следующий Мегатерий, у него 3 хода. Он скорее всего прибивает мне Бронтотерия в 3 удара. То есть в 2 ты меня никак забить не должен. Да, он меня сейчас пробивает в 3. Замечательно. И при помощи Гасторниса мы его спиливаем. Из этого набора мы с вами можем с довольно-таки низким, конечно, шансом, но все-таки шанс есть получить бриллиантовую легендарочку. А как помните, мы с вами охотимся за Ютиранусом. Нам нужен последний Ютиранус. И он нам никак пока что не приходит. Но, в принципе, нам пришли уже практически все Ютиранус. У нас их 7. У нас с вами есть 8 Траодонов. У нас все с вами есть. Нет, это что-то супер редкое. Скалозавр. Но зато ДНК получили. 260 очков доверия. Спасибо. И остается 1 минута. Я не знаю, я успею за 1 минуту. Не успею. Просто без понятия. Давай. Просто в бой. Я даже не посмотрел, кого я взял. А я взял Топилозавра против Галимима.
Не самый приятный расклад, на самом деле. Ну ладно, бей. А он не стал бить. Давай, вот так, Кронораптор. И два удара. У него, конечно же, был блок. Ну, конечно же. Как же по-другому? Я надеялся, что это бонусы. Так, Галимимчик меняет на Кронораптора. 430 урона, два удара, ты меня забиваешь? Не забиваешь. Красота какая, а? А я тебя в три забиваю. Хорошо, держи. Галимимчик. Мне главное успеть войти во вторую схваточку. Пожалуйста, не тяни время, Галимим. Не тяни время. 533 здоровья, 2 хода, возможно, 2 блока. У меня сейчас 3 хода, да? И... А, нет, 4 хода, все, мы тебя забиваем. Если успеем зайти в следующую схватку, значит, мы получим монеты. Давай, завершаем эту. Пожалуйста, быстрее, еще быстрее, еще быстрее. События, 1 секунда. Не знаю, успеваю, не успеваю. Вот так вот, старт. Только для двух, вот так вот, старт, пожалуйста. Успел? Я надеюсь, что успел. Там была 1 секунда. Там была 1 секунда, мы вроде успели зайти, сейчас получим с вами монетки. Так, хорошо, 2 хода, 2 удара, великолепно, сейчас мы тебя в 2 должны забивать, 664 урона. Да, в 2 забиваем по-любому. Раз, два, точно, и берем бонус. 1500 урона спилили, ты пилозавр. И он не наносит по нам ни одного удара. Держи все 4. И мы проходим с вами схватку на монетке. Успели в последнюю секунду по-голливудски, как всегда. Успели вскочить в последнюю дверь уезжающего поезда. Фу, спасибо. Ну просто здесь где-то 1 000 000 с лишним монет на самом деле. Плюс еще 260 очков доверия. Это тоже нам очень нужно, потому что сейчас у нас их довольно-таки мало. Мы последние 2 выпуска с вами покупали чистое золото. И у нас уже на завтра есть следующие события. Камон, бегство динозавров на золотые награды, еще золотые награды, птерозавры, дальше кракен босс, и здесь еще одна, вау, как много всего. Наверное, вот эту випочку я оставлю на следующий день, потому что, ну, что-то очень много всего сейчас предстоит пройти, ну, потому что она никуда не убежит. Давайте-ка быстренько закажем с вами еду, раз здесь все у нас работает, и посмотрим, что вот здесь у нас происходит. Акантостега, сегадонтозавр, если не ошибаюсь, у меня вообще ни одного такого нету. Ну-ка, забрать. Что-то там есть в конце. Может быть, даже он. 1 000 000 еды, еще 300, даже почти 400, ну, давай динозавра, камон. Ладно, 1 250 000, хорошо. Главное, чтобы когда придет Тиранос, получить Тиранос. На завтра у нас Тератозавр, Дейнахейр. Естественно, заказываем. Завтра у нас, я не знаю, смогу ли я зайти или нет, но я, конечно же, постараюсь. Так, соответственно, через 2 дня будет бриллиантовый приз, и мы на самом деле очень неплохо продвинулись. Рекламку я смотреть не хочу, тем более здесь еда. Никакого смысла нам нету это убрать, там копеечные. Давайте сейчас быстренько соберу все монетки, немножечко приду в себя, потому что все так вот галопом-галопом пытался сделать. Заберем ежедневку, естественно. Ежедневочку забираем. И пройдем все те сваточки, которые у нас есть на сегодня. Тем самым, если не ошибаюсь, мы должны заработать довольно-таки большое количество очков доверия. Кстати. 4 миллиона монет забираем. У нас с вами очень много денег становится. 57 миллионов, почти столько же, сколько еды. Здесь что? За солнечные часы ДНК забираем. Мы с вами выполняем ежедневку. Здесь это не нужно. 100 баксов за 600 тысяч. Я возьму. Потому что баксы нужны, баксов сейчас не так много, а до следующей распродажи еще, наверное, очень далеко. И это нам все не нужно. Так, выполняются у нас все вот эти вот ежедневки, все это дело забираем. И давайте в супер ДНК заглянем. 14.2. У нас с вами должно быть очень много заданий на босса, да? События только для VIP. Достигните уровня босса 7. А что за босс? Босс морской, да? Нанесите 500 урона. Давайте сначала сюда заглянем. Да, босс морской. Соответственно, у меня есть стилозавр, хинозавр. Это очень круто. Это очень круто, что морской босс. Ну, с какой-то стороны круто, с какой-то стороны не круто. Потому что морских существ у меня не так много. Это кракен. Это кракен. Они это сделали, если не ошибаюсь, под выход фильма Мэг или что-то такое. Я, честно говоря, думал, мегалодон будет, но мегалодон был в прошлый раз. Давайте 2 удара. 1000 урона нанесем, да? Ну и все, нам больше не нужно. Нам, чтобы закрыть первое задание, нужно просто нанести 500 урона. Так что, естественно, все вот эти вот задания нужно выполнять, потому что там очень много супер ДНК опять с этого можно получить. Сейчас уже плюс 16, да? За то, что просто сразились. Дальше, секунду. Достигните уровня босса 7. Соберите предметы создания, но странно, вроде я собирал. Что еще? Выполните несколько заданий на рейде 10. То есть получим еще за это 8 очков. Пройдите турнир «Бегство динозавров». То есть это вот это, да? Нет. А где у нас «Бегство динозавров» турнир? «Бегство динозавров» — это вот здесь, схватки.
Ну ладно, давайте сейчас быстренько соберу монетки и потом отправимся с вами в стандартные схватки, а босса уже, ну, не знаю, оставим на потом или на следующий выпуск. Итак, здесь все собрано. Опять у нас с вами очень интересная такая схваточка, где бегство динозавров, но там 3 раза по 9 динозавров. Раньше это все было гораздо проще, потому что там был только, ну, то есть, один ряд из динозавров, но, правда, и награда была хуже. Теперь здесь легендарная награда. Давайте сейчас быстренько пройдем. Я не думаю, что сейчас будут какие-то более сложные соперники, чем в прошлый раз. То есть, не ошибаюсь, у нас то ли в прошлом выпуске, то ли в позапрошлом была точно такая же фишка. Я не думаю, что будут сильнее, поэтому сразу, наверное, перейдем к последней схваточке, а то и просто к набору, потому что, ну, смысл на это смотреть, сами видите, динозавры очень-очень слабые против нас. Неприятный соперничек попался. Так, раджозавр, сейчас чуть-чуть нужно повнимательнее, потому что что-то я разогнался и делаю немножечко не то. Давай-ка тебе 3 атаки и 4 блока. 4 блока. Да, это 2 блока, 2 бонуса. Бонусы он взял для травоядного, я просто не хочу тратить жизни. А вот бить он будет, этот травоядный, или нет? 6 ходов. Ты бить будешь? 5 атак, замечательно, все улетают в блок. То есть мы можем с 2 ударов тебя пробить и взять 2 бонуса против следующего. Потому что следующий, скорее всего, опять будет там играть в блоке бонусы. И вряд ли нас будет бить. А вот дальше как раз амфибия. Так, посмотрим. 3 удара. Это очень хорошо. Это прям замечательно на самом деле. Потому что мы сейчас тебя спокойно в 2 выбиваем. И берем... Да давайте 4 бонуса возьмем, даже если амфибия нас забивает. Дальше у нас с вами апатозавр стоит, при помощи которого мы очень далеко сможем пройти. Потому что у него много здоровья, много урона. Он бить не стал, это 2 блока, 2 бонуса. На тебе 4 удара и 4 бонуса. Да, 2 блока, 2 бонуса, замечательно. Дальше опять травоядная. Это у нас суперзавр, 6 ходов. И вот этот может пробить на самом деле. Всего 2 атаки. Камон, опять 2 блока, 2 бонуса. Скорее всего, да. Только мне, чтобы тебя пробить, уже нужно потратить 2 удара, да? Ну ладно, давай 4 удара и 4 бонуса. 4 блока было. Красота какая. Вот это странно, сейчас было хорошо. Что дальше? Вот сейчас точно 2 блока, 2 бонуса. По-любому, опять та же самая история. 4 удара, 4 бонуса. Угу, правильно. Ну и осталось 2 динозавра, которые даже акрокинтозавра мне не смогли пробить. Ну то есть, вот эта линейка не смогла акрокинтозавра пробить. А вот во второй схваточке я остался с одним остопозавром и почти потерял его. Хотя, в принципе, не совершил почти ни одной ошибки. Так, он мне его забивает, естественно. Я не обратил внимания, сколько он ходов потратил. Да кажется, все 4, но я тут точно так же предлагаю разыграть 4 удара, 4 бонуса и как бы без разницы. Естественно, из легендарного наборчика нам с вами нужны что? ДНК и нужны очки доверия. Ну, естественно, придет легендарка, но нам уже никто конкретно не нужен, если только потом выводить и продавать. Но вот такие легендарки, они выводятся довольно-таки долго, это неприятно. У нас приходит, наконец-то, 1200 ДНК, отлично, скафагнат. ДНК это хорошо, и наши очки доверия. Я надеюсь, что следующие бои на легендарные призы будут попроще. Ну, в плане том, что как бы побыстрее. Потому что это была несложная схватка, но она была... Что я сейчас делаю? Сканируем, не надо ничего сканировать. Отмени. И все повисло, как я и сказал. Пришлось перезапускать игру. Хорошо, ладно, подожди, нужно вот это дело восстановить, апатозавров. А я что могу взять-то против тебя? Секундочку, только для травоядной один. Ну, давай апатозавра. Давай апатозавра восстанавливать. Это на самом деле довольно-таки неприятная схваточка была, если бы у нас не было такого апатозавра. Так вот, надеюсь, что этот наборчик, он будет побыстрее, его легче будет пройти. Включаем обратно ускоренную. Бить будешь? Замечательно, он наносит 3 удара. Давайте его забивать. И идем спокойно в следующую схваточку, посмотрим, кто у нас там. Дальше у нас только для хищники один, ну так это совсем изи, держи себе индоминуса. Ни в чем себе не отказывай, давай бонус. Два удара по нам, но мы это выдержали. А вот выдержишь ли ты мои 3 удара, я сомневаюсь. И третья схваточка, птерозавры, окей. А, зухариптор. Неприятный зухариптор. У нас тоже есть зухариптор, но у нас есть топилозавр. Давайте топилозавра возьмем, потому что он посильнее немножечко. Нужно будет его, кстати, докачать до 40 уровня, потому что у нас нету ни одной мощной птицы. Вообще ни одной нету. Так, ты меня в 2 удара не пробьешь. А в 3 удара я тебя... Возможно, в 3 удара я тебя тоже не пробью. Он наносит 2 удара. Ну что, затестируем. У нас другого варианта нету, нужно пытаться бить 3. Да, мы его забиваем, слава богу, чуть-чуть хватает, прям буквально вот там. Чуть-чуть, капельку, 200 урона больше, чем у него здоровье. Замечательно, все. И вот такой вот быстрый, легкий наборчик, просто шикарно. Забираем ДНК.
из... А, 4 схватки. И 4-я схваточка без ограничений. То есть здесь у нас выставили всех. Но я думаю, что у нас ни проблем не возникнет. Индоминус, Престазух и... Нет, не так. Вот этот апатозавр, которого мы скормим. Дальше придет Индоминус. Поменяет вот так. Вот здесь будет травоядный. Давайте поставим Престазух и Индоминус вот такого. И мы это должны проходить. Разыграем, естественно, через бонус. Он поменяет. С одного удара он меня никак не забьет. Так что, скорее всего, даже если удар нанесет, ну, маловероятно, что будет наносить. Маловероятно, да. Так что мы можем взять еще 3 бонуса. Замечательно. А вот сейчас вполне возможно, что нанесет 2 удара. Опять нет. Просто идеально. 4 бонуса, 2 удара, все. На самом деле, теперь компьютер проиграл абсолютно точно. Теперь абсолютно все равно, что он будет делать. У него 5 ходов. Он не наносит 5 атак. Вот это интересно. Ну давай. 4 бонуса, 4 удара. Камон. Слушайте, как он странно играет за Индоминуса. Просто мега странно. 6 ударов. Возможно, у него один блок, но это ему никак не поможет. Так, у Престазуха 1983, да? То есть нам нужно 3 нанести. Взять, например... Я предлагаю взять 2 блока. Даже... Ой, я случайно 3 нажал. Ну, предположим, пускай будет 3. Может быть, так даже лучше. Это был бонус, это был не блок. Хорошо. Дальше Антарктопел там. У него 5 ходов. И сейчас он поменяет на Зухариптера. Ага. Теперь 4 хода. И ты меня не пробиваешь. А? Это просто красота. И у нас с вами 6 ходов. Я даже менять ничего не буду, потому что я тебя могу забить своим Престазухом. В 4 удара и взять 2 бонуса. Зухариптер улетает. Дальше Антарктопел-то нам, скорее всего, нанесет 4 удара, забьет Престазуха. Ну и мы уже спокойно при помощи Индоминуса забьем ее. Надеюсь, что именно так и произойдет. Да, все именно так и происходит. И это была тоже очень простая схваточка. Держи 6 атак. И погнали забирать нашу награду. Пожалуйста, дай побольше ДНК. Нет, ДНК здесь абсолютно нет. Монетки, зато доллары есть. 500 долларов тоже неплохо, ясно, фриказавр. Доллары нам тоже отсюда нужны. Если не ошибаюсь, на сегодня вот по таким у нас с вами... А, нет, еще у нас птерозавры. Но здесь не столь интересный на самом деле наборчик. То есть здесь есть возможность выиграть легендарку. Плюс отсюда приходит, если не ошибаюсь, по 260 очков доверия с каждого. Давайте посмотрим, что там у нас. Усиление выбрано один. А, так это еще и с усилениями. Довольно-таки сильные соперники, и долго он будет длиться. Он будет длиться 1 день 23 часа, то есть так же, как и здесь. Плюс у нас босс будет с вами длиться 2 дня. Давайте еще раз в босса зайдем. Что у нас там дальше? Если не ошибаюсь, подожди. Нужно набрать 1000 урона. 1000 урона — это прям очень просто. То есть мы можем взять телозавра, нанести тебе один удар и выйти из боя. Лови тебе удар. Я предпочитаю, на самом деле, делать так, чтобы не разгонять уровень босса, чтобы он не становился запредельно сильным. Вот просто выполнять вот эти вот первоначальные задания вот таким образом. То есть дальше нам с вами уже нужно набрать 3000 урона, чтобы получить 500 ДНК. Но буду это уже, скорее всего, делать за кадром. Обязательно выполню эти задания. Да, сегодня у нас с вами практически никаких динозавров не было. Пришло несколько легендарок. Но такие дни в Jurassic World бывают довольно-таки регулярно, когда ничего не приходит. И это абсолютно нормально для этой игры. Надеюсь, что в понедельник у нас придет хорошая какая-нибудь легендарочка из бриллиантов. Того приза, а может быть, даже завтра что-нибудь интересное получим. На этом все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Завтра постараюсь сделать следующий выпуск, если все будет хорошо. Удачи, друзья, пока. Увидимся в нем.